на матчах под эгидой Московской Федерации Футбола недопустимы нецензурная брань, курение, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение на трибунах, использование пиротехнических и лазерных устройств. За данные правонарушения... 18 номер. Ну, перехватить, зацепиться за мяч нужно Москворечье. Нет, никак не получается. 11 номер через центр, дальше направо фланг авангард. Снова 11 номер получает обратно в стеночку пас. А вот на правый фланг дальше не прошла передача. Назад отходит авангард. Молодцы, молодцы, поджимают своего соперника, по крайней мере стараются футболисты Москворечья. Заброс на половину поля. Москворечье предельно внимательно. Предельно внимательно нужно. Авангард с мячом. Также ошибку допускает. Тут же отбор. 32 номер сейчас авангарда. Пытался забросить штрафную. Не получилось. 11 номер идет. Бьет поворота. Воронько теряет мяч. Воронько теряет мяч. И счет открыт. Обидный гол для нашего голкипера. И авангард повел 1-0. Ну вот так. Атаковали, атаковали, поджимали, поджимали Москворечья. А контратака. Ошибка нашей защиты. Удар особо-то и несложный для голкипера. Голкипер отбил прямо перед собой. И там был совершенно один футболист авангарда, который направил мяч в ворота Москворечья. 1-0 на 15-й минуте. Счет открыт первого тайма.